Звонок в пожарную часть раздался в половине пятого утра. Звонившие сообщили о возгорании жилого дома по улице Достоевского. На место происшествия выехали 6 единиц техники и 30 человек личного состава. Огнем был охвачен не только дом. В результате пожара жилой дом и надворные постройки полностью сгорели. Также сгорел легковой автомобиль ВАЗ-21-102. В настоящий период времени по данному факту проводится проверка. Сам хозяин дома не пострадал, вовремя почувствовал запах дыма и успел отреагировать. Правда, спасаться пришлось, прыгая со второго этажа. Сейчас следствие рассматривает две основные причины возгорания – умышленный поджог и неисправность электропроводки. Алексей Запутреев, Олег Власов, телекомпания «Соль ТВ».